После длительного промысла возвращаются в родной Калининградский порт сейнеры и буксиры. Возвращаются с нелегким зимним уловом. Их немало швыряли и корежили штормовые волны. Нередко, разгрузившись в порту, они уходят залечивать свои раны на верфи Свердловского судоремонтного завода. За последние годы завод разросся. Он может принимать теперь в свои затоны крупнотоннажные суда. В минувшем году здесь было отремонтировано и возвращено в строй около 100 разных рыболовецких судов. Готовясь достойно встретить столетний юбилей Владимира Ильича Ленина, судоремонтники взяли на себя высокие обязательства. Изыскивая внутренние резервы, они день ото дня ремонтируют и быстрее, и лучше. Но из всех резервов производства самыми верными являются опытные умелые руки, точный глаз ветеранов, передающих свой опыт молодым, таких как коммунист Григорий Маргучок. 17 лет своей жизни отдал он родному заводу, но зато и сам стал мастером высокой квалификации. И хотя стаж Витольда Чепулиса несколько меньше, всего 10-й год, он отличный сварщик и отличный командир производства. В его бригаде судосборщиков каждый владеет несколькими смежными специальностями и всегда может заменить товарища.